Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 31-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент GridBox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я хочу вам показать прикольный новый эффект, как сделать так, чтобы наш объект на странице при наведении немножко поднимался вверх. Так сказать, некая анимация. Для этого мы добавляем новый контейнер, к примеру. Нашему контейнеру, например, зададим какой-то цвет, чтобы его было видно. И чтобы у нас все получилось, нам нужно прописать некий код. То есть посредством GridBox пока такого сделать нельзя. В будущем, надеюсь, это будет возможным. Данный код я также приложу, чтобы вам от руки не писать в текстовом документе. Ссылочка будет под этим видео. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Мы открываем этот документ и смотрим, что здесь написано. В CSS-опции нам нужно добавить вот такой вот код. Копируем его целиком. Значит, на тот блок, на который мы хотим сделать такую анимацию при наведении, в те настройки блока мы и заходим. У каждого блока здесь есть такой параметр Custom CSS в самом низу. Заходим, открываем и вставляем тот код, который мы скопировали. И нажимаем Save. Далее нам нужно теперь добавить класс к этому блоку. Вот здесь наверху у нас написано класс Shadow. Копируем. Также заходим в этот же контейнер Custom CSS. И вот класс Suffix мы прописываем и нажимаем Save. Идем на сайт, обновляем страницу. Видим наш зеленый блок. Я навожу на него мышь. И вы видите, он приподнимается. И под ним появляется такая некая тень. Подчеркивает, так сказать, вот это поднятие, да? Так сказать, обман зрения. Объект поднимается как бы не в одной плоскости, а он приподнимается как бы немножко к нам сюда. Это видно за счет такой небольшой тени сзади. Вот такой вот блок. Соответственно, здесь может быть ваша картинка, все что угодно. Вот с таким вот эффектом. Надеюсь, урок для вас был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые интересные познавательные выпуски. Также делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.